Нет, не видно. Нет, вот видно, видите, высоко, там нету сосочка. Я даже анатомически не приколола. Вот. Ну, хотелось бы, да, вот на самом деле, как будто бы это зуб, еще один вот здесь наложить, вот еще один шов. Но мы с вами наложим зато в зоне адентии еще. Ну вот, вкол. Вестибулярно мы прокалываемся все равно через всю толщу предполагаемого анатомического сосочка на небо. Обвиваем на небо. Выходим. Но он более надежный. Лишняя фиксация слизистокосичного лоскута вам не повредит. Но если вам вы очень торопитесь, то можно, да, конечно. Ну, он выживает. Даже с большим. У него уже питание хорошее. Поэтому он обычно выживает, с ним не бывает каких-то приключений. Вертикально, да? Еще раз. И прокол небный. Здесь можно положить не двойной обвивной, но тогда здесь двойной подвесной можно положить, такой, как используется при туннеле, только не натягивающий, а прижимающий сделать. Но все равно, на мой взгляд, простого узлового шва в такой ситуации было бы недостаточно. Вот. Остались какие-то у нас вопросы с вами? Давайте я еще, наверное, тут для уже все, чтобы все было все понятно. Крестообразный шов, ограничивающий, да, смещение слизистокосичного лоскута положу. Только, Алексей, посмотрите, чтобы было видно. Да. Вот где он будет шить? Вот тут. Да. Стоп. Не видно. Хорошо. Да? Игла параллельно оси зубов, то есть перпендикулярно десне, вкол-выкол вертикальный, в начале операционной зоны, в самой. Если получится у вас под надкостичным проколоться, это идеально. Ну, желательно, да, чтобы это было с надкостницей. И вот здесь. Вправо это вот так? Как по-своему вправо? Нет, по-моему. Нет, да, наоборот, наоборот. Да-да-да, вот так. И вот накладывается этот прижимающий крестообразный шов. В данном случае он препятствует
смещению. Если есть подкосичного лоскута, воздействию мышечно-слизистых тяжей. Достаточно такой эффективный шов, я его люблю. Я всегда советую его вот слизисто-костично прошивать. Видите, здесь даже вот есть, я могу приподнять. Видите, он пришит к надкоснице. Вот он. Я шевелю лоскут, и он не двигается. Так, теперь у нас... Ну вот, узкая щелевидная рецессия с высоким уровнем клинического прикрепления. Прикрепленной десны апикально нет. Какую? Вот эту? Вот эту. Вот эту. Сейчас. Я поступлю как парадонтолог. Я сделаю вестибулопластику. Итак, латерально у нас 6 мм, плюс ширина рецессии, отложили, измерили. Начинаем вот дизайн разреза моделировать. Отступили свободную десну плюс миллиметр. Полнослойный лоскут, сделали разрез боковой, сделали разрез 3 мм выше рецессии, отслоили, удалили свободную десну по периметру всей рецессии. Ее тоже можно немножечко продлить для лучшего эстетического результата. И отслаиваете полнослойный лоскут. Сделаю вам приятное. Возьму распатор. Дошли до мукогингивальной границы. И начали расщеплять и мобилизировать. 3 мм ширины у нас есть прикрепленной десны. Здесь рецидива не будет. Расщепили, сделали мобилизацию. Перышко у вас скальпели, видно под слизистой, да? Мы параллельно, не углубляясь, не травмируя внутренние поверхности, внутренние мышцы, внутренние слои фасциальные, не глубоко, не залезая никуда, просто по поверхности слизистой переместили. Видите, как у нас вообще очень красиво получилось, прямо стык в стык. И сейчас мы ушиваемся. Опять? Не, нормально, видно. Ну вот,
вы меня бросили сегодня. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый, кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да, что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даша? Я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Да. Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Ну да. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смоляков. Великолепно, подача информация, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.